Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики на канале универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Я в свою очередь рассказываю о тех ниточках, с которыми сегодня буду работать. Итак, новички, кто еще не работал, смотрите, что за ниточки. Называются они Нака, Махер, Деликат. Идем дальше. Получается, по составу это 5% Махер, 10% шерсть и 85% премиальный акрил. Идем дальше. Так, цвет. Пока не забыла, цвет на камеру передается. Мне кажется, что на полтона, наверное, ярче. То есть он более поспокойнее. Так, 1036, либо 1036 цвет. И нам советует производитель, берите крючок номер 4, чтобы у вас все-все получилось. Ну, я данную пряжу вязала крючком номер 3, поэтому я сегодня буду вязать крючком номер 3. Так, вы берете точно так же, читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок под вашу плотность вязания, под эффект, какой вы хотите сделать, более воздушный, либо наоборот, более плотный узорчик. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, вот 4 раппорта, да, это получается 32 воздушные петельки. И одну петельку воздушную, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать три двадцать четыре двадцать пять двадцать шесть двадцать семь двадцать восемь двадцать девять тридцать тридцать один тридцать два и тридцать три вот мой будущий образец далее смотрите как во многих узорчиках рекомендую сделать вспомогательный ряд состоящий из столбиков с накидом для начала три петельки подъема раз два три Теперь отчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку. И провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид в следующую петельку цепочки нырнули. Вытянули ниточку. Точно так же по 2 петельки провязали 2, 2 Столбик с накидом. Накид. И шагаем вот так: таким вот образом до конца нашего ряда мы в каждую петельку нашей цепочки провязываем столбик с накидом. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика. Не сложно, да? Вот. И не забывайте, что первые три петельки подъема, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. И я показываю дальше узорчик. Договорились? Несложно. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала мы делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3 накид пропускаем в наших столбиках 3 столбика 1 2 3 в 4 нырнули и провязали столбик с накидомоп оп. воздушная петелька накид и сюда же опять вернулись и провязали еще раз столбик с накидом вот такая вот рогаточка получается далее 3 воздушные петельки 1 2 3 в столбиках опять пропускаем 3 столбика 1 2 3 в 4 нырнули и провязали столбик без накида угу, угу. дальше повторение опять провязываем 3 воздушные петельки 1 2 3 накид 3 столбика пропускаем 1 2 3 в 4 провязываем столбик с накидом воздушная петелька и возвращаемся сюда же еще раз столбик с накидом делаем рогаточку 3 воздушные петельки 1 2 3. Опять пропустили 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый столбик без накида. Понятно, да? То есть вот таким вот образом провязывайте до конца ряда. Столбик без накида, 3 воздушные петельки, рогатка. 3 воздушные петельки, столбик без накида. Угу. Не сложно Я думаю, не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы наши рогаточки провязали. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же после рогаточки мы провязываем 3 воздушные петельки, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и вот у нас 3 петельки подъема, в третью петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее у нас идет арочка, состоящая из трех воздушных петелек. Мы сюда провязываем 3 столбика без накида. Раз, сюда же, два, сюда же, три. Теперь смотрите внимательно, у нас идет рогаточка. Так, вначале мы делаем в первую ножку в верхушку столбика столбик без накида. Раз. Далее у нас идет арочка из одной воздушной петельки. Мы в нее провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Потом идет следующая ножка, вторая наша рогаточки. Верхушку тоже провязываем столбик без накида. И опять идет арочка из трех воздушных петелек. Здесь у нас будет три столбика без накида. Раз, два, три. Поняли, да? То есть у нас весь ряд будет состоять из столбиков без накида. Идем дальше опять. Столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него ныряем, провязали столбик без накида. Есть арочка из трех воздушных петелек. Вспоминаем. Тут будет три столбика, да, без накида. Раз 2, 3. Далее, смотрите, идет, получается рогаточка наша. Мы в первую ножку рогаточки ныряем и провязываем столбик без накида. Далее идет арочка из одной воздушной петельки. Мы в нее ныряем и провязываем 3 столбика без накида. Раз, сюда же 2, и сюда же три. Потом идет у нас, получается, вторая ножка нашей рогатки. В ножку нырнули столбик без накида. И опять идет арочка из воздушных петелек. 3 воздушные петельки, значит, 3 столбика без накида. Раз, два, три. Угу. Все, несложно. Несложно. Давайте до конца ряда. Вот так вот провязывайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы наш ряд точно так же, как и начинали. Вот последний наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него ныряем и провязываем тоже столбик без накида. Все, ряд закончен. Далее, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Одна воздушная петелька по узорчику. Получается у нас здесь 4 воздушные петельки. Накид. Смотрите, пропускаем 3 столбика, которые в арочке. Раз, два, 3 и в четвертый столбик который вот к ножке до да, рогаточки принадлежит мы в него ныряем вытягиваем ниточку но не провязываем вот так вот подтягиваем держим на крючке раз накид сюда же 2 накид сюда же 3 все вместе провязали до двух петелек зафиксировали получился вот такой вот интересный пышный столбик Количество накидов и количество петелек вы можете сделать больше. Так? От этого ваш пышный столбик будет более эффектным, но и пряжа скушает больше. Поэтому учитывайте. Итак, воздушная петелька. Дальше идем. В следующий столбик по порядку. Нырнули, вытянули ниточку. Держим на крючке. Раз, накид, два, накид, три. Все вместе провязали до двух петелек, две петельки вместе. Второй столбик наш пышный. Видите? Воздушная петелька. Точно так же делаем третий столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Четвертый столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И последний пятый столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали до двух петелек, зафиксировали вот такой вот интерес у нас получается веерочек из пышных столбиков несложно но красиво далее воздушная петелька опять пропускаем наши три столбика вот в арочке раз-два-три и в четвертый столбик который над столбиком делаем накид и провязываем сюда столбик с накидом вот эти те самые три петельки подъема которые в самом начале мы провязывали вот эта имитация вот этого столбика была угу. дальше будет повторение Давайте вместе. Воздушная петелька. Опять пропускаем три столбика. Раз, два, три и в четвертый. Вот от первой ножки рогатки мы в него ныряем и провязываем пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. По порядочку следующий столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Третий столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Четвертый столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И точно так же последний пятый столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Вот очередной у нас верочек. Воздушная петелька. Три столбика пропустили, раз, два, три. В четвертый нырнули, провязали столбик с накидом. А? Как вам? Здорово? Очень красиво. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно? Я думаю, что у вас получится. Если что, чуть-чуть назад перематывайте, посмотрите, повторяйте. Так, смотрите, вот мы наши веерочки с пышных столбиков провязали. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд? Вот наш последний, получается, пышный столбик. Делаем воздушную петельку, накид. И вот последний столбик предыдущего ряда. Провязываем столбик с накидом. Все, и наш ряд закончен. Далее, смотрите, воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика нырнули и провязали столбик без накида. Далее, смотрите, получается, мы ныряем, вот наши арочки, раз, два, три, четыре, видите, которые находятся между пышными столбиками. Итак, в первую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Далее три воздушные петельки, раз, два, три. В следующую арочку ныряем между пышными столбиками, столбик без накида. Три воздушные петельки, раз, два, три. В следующую арочку опять ныряем. Провязываем столбик без накида. Раз, два, три. И в последнюю арочку нырнули, столбик без накида. Вот. Вот такая вот картина. То есть маленькие-маленькие такие вот у нас арочки формируются над нашими пышными столбиками. Сделали три маленькие арочки. Дальше смотрите: сразу же перепрыгиваем. Вот мы пропускаем воздушную петельку, столбик, воздушную петельку, пышный столбик пропускаем. В следующую арочку сразу же, столбик без накида 3 воздушные петельки раз-два-три и в следующую арочку между пышными столбиками столбик без накида 3 воздушные петельки раз-два-три следующую арочку между пышными столбиками 3 воздушные петельки раз-два-три и в следующую арочку между пышными столбиками у нас опять получилось три маленькие арочки раз два три и опять также пропускаем опять наш пышный столбик Арочку, столбик, арочку, пышный столбик и в следующую. И точно так же провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть наша задача формировать по три арочки над каждым верочком. Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы наши маленькие арочки провязали. Так, как мы заканчиваем наш ряд? После последнего столбика без накида вот в арочку мы сразу же вот помните у нас были три петельки подъема вот мы в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик без накида все наш ряд закончен далее смотрите воздушная петелька поворот и сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида а теперь смотрите мы получается Должны будем перепрыгнуть вот в эту арочку. Вот видите, вот арочка. Делаем одну воздушную петельку. Ныряем в первую арочку, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в следующую арочку мы делаем столбик с накидом. Видите? Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же опять вернулись. Столбик с накидом. Два. То есть мы с вами делаем рогаточку. Три воздушные петельки. Раз, два, три. В следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. 2 угу. Две воздушные петельки. Раз, два и все. Теперь наши опять следующие три наши рогаточки. Здесь у нас столбик без накида, здесь у нас рогатка, здесь у нас столбик без накида. Поняли, да? Итак, нырнули. Первую арочку столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Во вторую арочку рогатка. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Два. Вот, рогаточка. Далее, три воздушные петельки. Раз, два, три. Опять переключаемся в нашу арочку, в следующую, столбик без накида. И чтобы перепрыгнуть на следующий столбик, на следующую арочку столбиком, да, мы здесь делаем две воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгнули. Поняли? Все. То есть мы вот так вот как бы готовимся. Видите, если внимательно посмотреть, то мы повторяем практически вот наш самый первый ряд, но с небольшими изменениями. Понятно? Все, то есть самая наша главная задача сделать вот такие вот интересные рогаточки. Все, давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши рогаточки, да, все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. Вот после последней нашей арочки, так, когда мы сделали столбик без накида, мы делаем всего лишь только одну воздушную петельку и вот в последний столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Провязываем сюда же столбик без накида. И перепрыгиваем сразу же в арочку. Вот наша арочка из трех воздушных петелек. Мы в нее делаем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Затем у нас идет первая ножка рогатки. Мы в нее провязываем верхушку столбика. Столбик без накида. Далее в арочку мы провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Далее вторая ножка нашей рогатки, в нее столбик без накида. И идет у нас арочка из трех воздушных петелек. Вот мы провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Далее идет маленькая арочка из двух воздушных петелек, центральная. И мы в нее провязываем один столбик без накида. То есть, если внимательно посмотреть, вот видите наши столбики. На которую мы делали, мы сделаем все то же самое. Ну, с небольшими изменениями, но вы поняли, да, какая особенность. Все. А так продолжайте ряд столбиками без накида до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречу. Давайте. Так, смотрите, вот наш ряд с нашими столбиками готов. Так, все ровненько, аккуратненько. И после столбика в арочке мы сразу же перепрыгиваем в самый последний столбик предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Угу. Следующий ряд, вы поняли, да, то есть получается у нас будет вот наши пышные столбики. Вы делаете, получается, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. 4, да, получается, воздушные петельки. И провязывайте пышные столбики. Помните, что вы 3 столбика из арочки пропускаете и начинаете с 4. Получается, с ножки рогаточки 4 столбик. И провязывайте пышный столбик. Раз, два, 3 Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Поняли, да? То есть все получается. Мы уже провязали весь вертикальный раппорт узорчика. Теперь вы делаете пышные столбики. После пышных столбиков вы возвращаетесь, делаете три вот такие вот арочки. После трех арочек вы опять делаете рогаточки. Рогаточки, обычные столбики, пышные столбики, опять арочки. Поняли? То есть все, дальше идет только повторение. Все, давайте. Провяжите самостоятельно данный ряд, да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Давайте встречаемся Черница несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я привязала несколько рядочков. Как вам? Красота? Красота. Красота у нас, смотрите, двусторонняя. Выбирайте любую сторону, делайте ее лицевой. Возможно, у вас будет кардиганчик, палантинчик. Возможно, это будет кофточка. Да, ну да, дырявчика, ну такая вот для декора. Ну, наверное, чаще всего это для палантина узорчик, да? Опять же, берите пряжу любую. Летняя пряжа это будут топики, маечки. Демисезонная зимняя пряжа, шарфики, снудики. Почему бы нет? Очень интересно будет смотреться разноцветные, одноцветные. Может быть, секционного окрашивания. Может быть, меланжевые ниточки. Пробуйте, обязательно пробуйте. Смотрите, вот так вот практически не тянется узорчик. Ну, из моих ниточек. Вот так вот, конечно, побольше тянется вяжется быстро, вяжется легко. Единственное, что помните, да, пышные столбики забирают много пряжи. Но чем больше вы сделаете пышный столбик, тем эффектнее будет смотреться. Ну, тут на ваше усмотрение. Давайте замерим красоту. Красота наша двусторонняя получается. Сегодня я набирала 33 воздушные петельки. Ну, допустим, такая же пряжа, такая же плотность вязания, да, такой же крючок, как у меня. Это будет ну, вот 16,5 сантиметров. Так, и смотрите, тут получается сколько у нас рядочков. Это у нас наборный ряд. Вначале мы делаем рогаточку, обвязываем рогаточку, да. Потом делаем пышные столбики и обвязываем пышные столбики. То есть 4 получается у нас рядочка. Считаем по рогаточкам. Первая рогаточка, вторая, третья, четвертая. Ну, четвертая не до конца, да. Получается у нас здесь будет 1, 2, 3, 12 рядов, 13, 14, 15 и первый 16. Вот. Так, давайте попробуем, что это у нас. 12 с небольшим хвостиком. Вот такая вот красота. Супер! Такой узорчик отдыхалочка. Поймете принцип и дальше вяжется. Только успевайте вязать, что называется. Красота. Красота. Узорчик не новый, узорчик давно входит в интернете. Это очень-очень старый журнал. схема, поэтому не прикладываю, потому что схема очень мелкая и очень ну, такая мутная. Поэтому, чтобы вы глаза не портили. Вот. Но я думаю, что я вам объяснила, вам понятно, доступно. Вот, кто вязал данным узорчиком. Наверняка есть такие рассказывайте, что вязали, где применили данный узорчик. Кто еще не вязал данным узорчиком, читайте комментарии, может быть, чья-то вам что-то посоветуют. Опять же, сами подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Угу. Угу. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть верхний, темненький. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите, вяжите в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.